Еще один суд предстоит пройти Ивановской мэрии. Жители дома номер 3 по улице 4 Миланжевая продолжают борьбу за признание своего барака аварийным. Независимая экспертиза, которую они нанимали, выявила, что дом находится в опасном состоянии. Специалисты мэрии данные не подтвердили и включили постройку в список на капитальный ремонт. Соседние же дома-ровесники уже готовятся к расселению. Жители третьего дома обращались в администрацию президента, писали новому губернатору, подавали заявление в Генеральную прокуратуру. Сотрудники надзорного ведомства в своем ответе указали: в Ленинский районный суд подано исковое заявление о признании незаконным заключения комиссии мэрии. Сотрудникам администрации нужно вернуться к рассмотрению вопроса о признании дома аварийным. Жители теперь надеются, что их жилище не развалится, прежде чем закончатся суды. На самом деле 70% износ дома, что для деревянных конструкций 60 хватает. Вот. А у них там в районе 60. Вот, крыша 60, а проводку что-то, по-моему, они даже не указали. Проводка 90-95 износ. Такое ощущение, вот как сказал глава администрации, проезжал, посмотрел со стороны, дом ваш хороший. И он решил, что у нас хороший остов, можно отремонтировать дом.